Бетонщик Евгений на обложке Time и в топ-3 самых красивых мужчин мира. Из брянского мужика сделали главного жениха интернета. Почему я не люблю приложения для знакомств? Сидишь 5 минут и удаляешь профиль. Потому что... Москвичка зашла в приложение для знакомств, а там Евгений, 42 года. Девушка пожаловалась в соцсети, на каких поклонников ей приходится смотреть. Вместо принца на Тесле – простой работяга. Но интернет ее не понял и даже не посочувствовал. А вот работягу из Брянской области сделали лицом борьбы против лукизма, стереотипов и шейминга. Обидно за таких мужичков. Не все умеют фотографию, в селфи и позирование. Обычный мужчина весьма приятный внешне. Вообще очень выразительная внешность. Обычный мужик без фильтров и суперспособностей по селфи просто ищет спутницу, не догадываясь, что его будут обсуждать всем интернетом. Топ-3 самых красивых мужчин прямо сейчас. Мадс Миккельсен, Джуд Лоу, Евгений, 42 года. Девочки, запомните, Евгений, 42 года, свайп вправо. Героя мемов зовут на бесплатные фотосессии, помещают его лицо на обложки мировых журналов. А журналисты разыскивают его и узнают, что мужчина работает бетонщиком в Брянской области. Ему на самом деле не 42, а 50, ну, немного приврал. И, конечно, он даже не подозревал, что где-то в соцсетях на него накатила такая волна толерантности. Но довольно быстро история перестала быть просто шуткой. Саму девушку, с которой начался флешмоб, резко осадили и стали критиковать. Прошлись по ее собственной внешности. А потом в личку полился хейт и жестокие оскорбления, даже в адрес ее ребенка. Пока простой рабочий становился символом бодипозитива и толерантности, даже не зная об этом, девушке пришлось удаляться из всех соцсетей, потому что борьба с травлей превратилась в травлю.